Олег Витальевич, а что бы вы делали, если бы не было ЦВТ? Если бы не было ЦВТ, я бы был домохозяйкой. Если бы не было ЦВТ, я бы сидела в женской колонии строгого режима. Если бы не было ЦВТ, я был бы скучным, злым, бухающим преподом. Если бы не было ЦВТ, я бы была недооцененной актрисой. Если бы не ЦВТ, мне бы пришлось играть в настольные игры с самим собой. Если бы не было ЦВТ, я бы стал лесорубом в Канаде. Если бы не ЦВТ, я бы держала точку на рынке. Если бы не было ЦВТ, у меня бы было много маленьких детишек. Если бы не было ЦВТ, я бы, наверное, стал чиновником. К примеру, сити-менеджером. Если бы не было ЦВТ, я примкнула бы к темной секте. Если бы не было ЦВТ, я бы была военным корреспондентом.
А что бы вы делали, если бы не было ЦВТ? Если бы не было ЦВТ, я бы создал ЦВТ.